froid, je te rêve froid. Je crains de devenir enfant, mais je te brûle. Mais j'en suis qu'une femme. Черный рояль на сцене, черный смокинг на актрисе, французские романсы и русская поэзия. Ничего лишнего и отвлекающего. Все вместе создает потрясающую энергетику в зале, которую ощущаешь кожей. Каждое стихотворение – как маленький спектакль. Кто вы такие? Мы листья, 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 листья. Они в ответ зашелестели. Мечтали мы о пейзажисте, но руки, что держали кисть, нас полюбить не захотели. Мы улетели. Концерт «Послушайте» проходит в филармонии. Актриса театра и кино Юлия Рудберг читает любимые стихи, обнажая перед зрителем душу. Стихи – это вообще интимные, потому что это мысли человека. Вряд ли меня можно назвать чтецом. Я все-таки на дуде игрец больше. Я неформальный, как сказать, не в формате, вернее так, а просто чтение стихов. Я параллельно рассказываю о своей жизни, и это только те стихи, которые воле случая, воле судеб остались в моей жизни и такой красной нитью идут. Поэтическое настроение захватывает настолько, что уже в антракте вдохновленная публика читает свои любимые стихи. Все начинается с любви. И озарение, и работа, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Все начинается с любви. Я это точно знаю. И даже ненависть. Родная и вечная сестра любви. С поэтической программой актриса Юлия Рудберг приезжает в Самару не в первый раз и обещает – не в последний. Марина Матвеевична, Станислав Левин, «События».